Ну вот сегодня у нас 21 число марта 17 года. Мы еще тут как готовимся, на сели только завтракать. Оказывается, к нам уже кто-то пришел. И кто пришел? Роман приехал, малыш. Вот уж чего не ожидал-то. Володя побежал встречать его. Ну, уходи отсюда. Закрыли у меня. Вот. Вот они, три поклона. На улице там. Ну все, сегодня градусов может быть 7 морозов всего. Вот я его в дверях ожидаю уже. Это у нас двери в сене. Мир дому тебе. С миром принимаю. Ну как ты надумался-то? Не ждали? А, никак. А что не предупредили-то? Так. А, ладно. Не знали. Ничего. Привез что-то? Не, приехал за покупками. Ага. Так, сейчас вода у нас. А Игорь когда приедет? Игорь будет, может, через полтора часа, а может раньше. Да. Увезти надо. Мешок. Да, да, конечно. Только обязательно, чтобы прибито было так вот и висел. Я наказал, иначе я не дам. Нигде не стоять. Ну, Никите вы дали там инструкции? Я дал наказание, ты проверь на тебе это. Скажи, вот, прибейте там где-то, там не видно. Это... Я проверю. Обязательно. А там, представьте, целый мешок сухарей. Так, ну за стол. Да я из-за стола. А откуда за стол? А ты сам ехал поездом? Не, мы заехали к Татьяне Кузьминичной. А, так Игорь, ты приехал, ты с ним приехал? Я с Игорем приехал. Да как я? Но он выбросил, с нами еще поехала Нина Васильевна. У нее грыжа. На операцию она. Правильно. Я взял такси и отвез на поликлинику. Понятно. И ты, вас Татьяна накормила уже. Конечно. Ну все тогда. Тогда проходи туда, вперед, садись. Ну и слава Христу. О, у нас новость на новость. Так что? Так, ничего срочного нету, что пока. Срочного нет. Подождешь. Кушайте, да. Так, вон там валенки найди большие, которые комнатные, надень. Ты все у нас знаешь. Еще не забыл.